В Тюмени каждый год появляются новые микрорайоны, но если одни заселяются сразу после сдачи домов, другие пустеют годами. В новом выпуске «Глаз народа» мы узнали у тюменцев, в какой район они бы никогда не переехали и почему. В какой район Тюмени вы бы никогда не переехали? Знаете, сейчас абсолютно все районы совершенствуют, украшают, но я считаю, что район Заречный еще требует небольшого внимания органов местного самоуправления в плане дорог. Улица Бабарынка. Улица База. Это я в интернете где-то видел. Все, что связано с объездной, никогда бы туда не сунулась. Ватутина. Почему? Слишком далеко. Лесобаза. Судя просто по каким-то стереотипам, лесобаза. Не знаю, ММС, наверное. Не нравится этот район. Какой район считаете самым удобным для проживания? Ну, безусловно, это центр. Наверное, все-таки возле Сити Молла. Это что, звездный городок? Нет, точно не Тюменская Слобода. Мне больше всего... Вообще, моя душа лежит к новой Восточке, Восточной 3. Я, когда переехал в Тюмень, я жил здесь, в ЖК «Кристалл», и я навсегда полюбил это место. Тем более, у меня здесь работа рядом. И да, мне это место очень нравится. Восточный микрорайон. Очень удобно добираться в любое место города. И быстро. И, наверное, Преображенский, Тюменская Слобода. Ну, скорее всего, это центр и оборона. Лесобаза. Почему? Не знаю, жил там, потому что... Центральный, но также мне нравится оборона. Восточный очень люблю.